Всем привет! Меня зовут Даша, и сегодня в моем видео будет новый обзор на интересную платформу. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропускать мои новые обзоры. Также ставь лайки, дизлайки, пиши комментарии. Всем приятного просмотра! Итак, Circle Exchange, или также известная как CircleX, это централизованная платформа обмена криптовалютами, которая позволит пользователям покупать и продавать свои криптовалюты и другие цифровые активы. Их команда будет отслеживать транзакции и обеспечивать безопасность цифровых активов в интересах производителей и получателей. Это передовая платформа обмена производными криптовалютами. Будет сосредоточена на внедрении криптовалютных продуктов, которые являются первыми в своем роде. В связи с меняющимися рыночными тенденциями, CircleX будет продвигать инновации и создавать удобные, четко сформулированные продукты и услуги. Их главная миссия – дать пользователям криптовалюты возможность принимать обоснованные решения, когда дело доходит до покупки и продажи их активов. Эта платформа также обогатит пользовательский опыт, предлагая колоссальную ценность, когда речь идет о ликвидности на платформе. Будучи централизованными, CircleX потребует от создателей предоставить свою личную информацию, чтобы их команда могла проводить проверки. Этот атрибут будет отлично работать, поскольку он также потребует от создателей подтверждения своей учетной записи. Прежде чем включать свои новые проекты в первоначальное предложение обмена IO. Более того, эта практика проверки также полезна для увеличения квоты на снятие монет пользователями. Они дадут возможность своей сети пользователей находить торговых партнеров в безопасной среде. CircleX позволит сохранить активы пользователей в безопасности, а их команда будет постоянно следить за предотвращением любых мошеннических действий. Главными особенностями здесь нет KYC. Здесь нет сложного и трудоемкого процесса проверки KYC. Поскольку пользователям не требуется подтверждать свою личность, им не нужно предоставлять какие-либо личные данные. Чтобы сделать процесс более быстрым и удобным, вы просто вводите свой адрес электронной почты и пароль, чтобы начать торговлю мгновенно. Далее это управляемый сообществом. Владельцы их собственного токена CX смогут участвовать в процессе принятия решений по правилам управления. Владельцы CX будут определять решения, касающиеся комиссии за обмен и комиссии за транзакции. Их токен CX можно купить на Uniswap. Далее это многослойная защита. Помимо безопасности платформы, они также проверяют устойчивость и устойчивость среды, на которой основан Circle Exchange. Их пользователи смогут защитить свои активы в безопасной и централизованной сетевой структуре и воспользоваться системой оповещения в реальном времени. Далее это услуги по работе с несколькими цифровыми активами. Их цель – предоставлять инновации мирового уровня и предоставлять лучшие услуги в области цифровых активов. Начиная с Digital Currency Exchange, у них будет собственная стартовая площадка IO, которая позволит производителям собирать деньги для своих проектов. В будущем у них также будут приложения для iOS и Android, а также бета-версия децентрализованной биржи и интеграция с фиатом и будущая торговля. Как происходит распределение доходов? В интересах поддержания высокого настроения сообщества держатели их собственного токена CX будут получать справедливую долю доходов, получаемых на платформе. Это будет включать комиссии и другие сборы, взимаемые на платформе обмена. Выкуп и сжигание. Чтобы стимулировать дефляцию, они будут сжигать токены CX через равные промежутки времени. Доход, полученный на платформе, будет использован для выкупа токенов CX и изъятия из обращения. Что касается экономики токена, итого 100 миллионов
токенов. На перепродажу выделено 50 миллионов и 890 эфира. Ликвидность Uniswap 150 миллионов. Также выделено жетонов команды, это 5 миллионов. На маркетинг 15 миллионов и награды сообщества 150 миллионов. Все данные о проекте я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем пока!